проводник Миржанская Юлия, собака Вяткин Сэнди. Очень быстро работает обыск укрытий. Единственное, может быть, пожелание, чтобы собака, укрытие, на которое она работает, воспринимала тоже как мишень, как цель и более целеустремленно шла. Еще отлично. Удержание и облаивание собака сразу начинает по входу в укрытие, очень стабильно облаивает. Желательно завершить также стабильно. Выходит, отзывается по команде. Во время нападения собака захватывает очень энергично, очень точно. Действительно, предотвращает очень эффективно побег. Хорошо отпускает, внимательно удерживает. Оценка отлично. Нападение из фазы охраны собака очень точно входит в захват. Демонстрирует хороший захват, энергичный, который удерживает очень стабильно. Очень хорошо противостоит фигуранту. Желательно более лучше концентрироваться на фигуранте, когда подходит проводник. Оценка очень хорошо. Необходимо выдерживать основную позицию в начале во время заднего конвоя. Далее собака работает в хорошем положении, держит фокус на фигуранте. Оценка хорошо. Очень энергично захватывает после нападения из заднего конвоя. Демонстрирует очень полный и эффективный захват. И выдерживает до конца элемента. Отпускает сразу выраженно, внимательно удерживает. Управляемая во время бокового конвоя, оценка отлично. Хорошо управляемая выходит на лобовую атаку. Во время лобовой атаки собака захватывает очень ярко. Захват был недостаточно полный и во время фазы давления не улучшился. Отпускает выраженно, внимательно удерживает, оценка хорошо. Из фазы охраны нападения собака сразу захватывает тоже очень энергично, очень сильно и выдерживает поведение очень стабильно. После отпуска достаточно внимательно удерживает. И после того, как немножечко передохнула, она опять начинает оказывать достаточное давление на фигуранта. Еще отлично. Сегодня очень хорошая работа на 90 баллов. Ну, ging doch schnell.